Это Маша Воронина, самостоятельная девушка. Называть себя взрослой и быть ею – это две большие разницы. Тонко. Она влюблена в Сергея. Предложением надо будет немного подождать. Мне все-таки сперва надо работу найти. Ну да. Костя Воронин, отец Маши. Привет. Эту связь не одобряет. И там, Сережа, ты ищешь квартиру. Вера, наоборот, поддерживает дочь. Вспомни, чем мы с тобой в их возрасте занимались. А Люся, сестра Маши. Две полоски, значит, беременна. Отвечает в семье за сарказм. Я эту песню уже наизусть знаю. После такого только терпила не съедет. Люся! Воронины возвращаются. Это что? Это мама. Пока этот бардак вот здесь не закончится, я отсюда никуда не уеду. Тебе это надо? О-о-о. В новом комедийном сериале... Ну, как говорится, с новосельем! Костя, Вера. С 9 сентября в 7 вечера на СТС. Соскучились по Воронинам? Мы тоже по вам очень соскучились. До встречи на канале СТС. Смотрите продолжение вашей любимой истории на СТС. Увидимся в эфире СТС. Смотри, Костя, Вера на СТС. Смотрите продолжение вашей любимой истории на СТС. Ну что, дорогие друзья, до встречи. Увидимся на СТС.